Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в мае. Влюбленные устроили торжество в Крыму, а позже обвенчались. Пара живет в московской квартире актрисы, куда весной перебрался и старший из четырех детей Романа. В своем инстаграме Мальков показал, как они проводят свободное время. На видео было видно, как Роман Мальков играет на новой гитаре, которую ему подарила недавно Анастасия Макеева. А рядом сидит его сын Андрей Мальков, который играет на пианино. А Макеева держит микрофон и исполняет песню, иногда давая попеть Роману Малькову. Публикацию в Инстаграм он подписал так: «Осенние вечера, когда семья в сбое. Никогда не соскучишься с творческими людьми. Обожаю тебя, неутомимая зайка. Андрюха, у нас еще много песен, репетируй», — написал Роман Мальков в своем инстаграм.